Спрятанутый ты мальчик. То мальчик выбегайчик, вот тебе зимойчик. Маленькая выжимойка. Знаете, никак нельзя вообще это решать. Не, ну, чисто теоретически можно, а специально там, чтобы это животное в окна не... Он просто сейчас повисит на ней, нахуй, и оторвет. Ну, у нас, знаешь, сколько их медведей поотрывали? И главное, что папа не разрезал, блядь, по перекосе. Не разрезал.